полусухой закон может появиться в Самарском регионе. Правоохранители вышли с инициативой запретить розничную продажу спиртных напитков в воскресенье после 17:00 вечера. Законопроект рассмотрели на внеочередном заседании Комитета по промышленности, связи и торговле Губернской думы. Напомню, сейчас купить алкоголь законно можно с 10 до 22 часов. Если поправки одобрят, то уже через пару месяцев горячительные напитки также нельзя будет приобрести и в некоторых точках общепита, расположенных на первых этажах жилых домов. Запрет будет распространяться на бары, площадь которых менее 50 квадратных метров. В отдельно стоящих заведениях продажа алкоголя будет вестись с 10 вечера до 10 утра. Уже сейчас в регионе убрали 130 незаконных торговых павильонов. Кроме того, значительно увеличилось количество патрулей на улицах. Две эти меры очень серьезно повлияли на уличную преступность. Уже сегодня мы можем говорить, что самые резонансные преступления, такие как грабежи, которые совершались в основном алкоголиками, так называемыми люмпинами и маргиналами, да? Значит, на сегодняшний день сокращение данного вида преступлений составило около 30%. То есть было с 10 до 10, а теперь вводится отдельное ограничение на выходной день, на воскресенье. То есть торговля спиртными напитками в магазинах будет запрещена не с 10 вечера до 10 утра, а с 5 вечера до 10 утра.